По многочисленным прогнозам, эти выходные оказались последними благоприятными днями для того, чтобы завершить велосезон. В праздничном пробеге приняло участие 20 человек, в том числе и несколько новичков. По пути в конечную точку пробега, село Подеринское, ребята посмотрели местные достопримечательности и пофотографировались. А по приезду устроили первые неофициальные соревнования по велотрекрейсингу, в которых состязались все участники пробега. Несмотря на то, что тройка лидеров была определена, все решили, что главный победитель – это все-таки дружба. Осваивая начало экстремального внедорожного катания, не обошлось без неприятных сюрпризов. Царапины на лбу заживут быстро, но повод задуматься о покупке шлема появился серьезный. А вот настоящие экстремалы закрывали сезон в Каменск-Уральском. Здесь состоялись соревнования в дисциплинах даунхилл, скоростной спуск и дёрт-джампинг. В них приняли участие спортсмены со всех близлежащих городов, в том числе и Кургана. Дмитрий Лесников, который впервые участвовал в соревнованиях, сразу оказался во второй половине списка. Падение на квалификации не помешало ему занять 10-е место из 23 райдеров. Скоростной спуск – одна из самых опасных дисциплин, но несмотря на это были и две девушки, которые разделили первое и второе место. Сразу после окончания заездов полил дождь, поставив свою мокрую точку. Кстати, завершение теплого времени года не означает, что до следующего лета никто кататься не будет. Как только закончится слякоть и выпадет снег, наступит пора зимнего сезона и новых веломероприятий. Андрей Думчев, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45».